Доброго времени суток, дорогой зритель. Меня зовут Лещенко Глеб. Это воскресенье, киноновости. Поехали! Кевин Файги и Боб Айгер о будущем киновселенной Марвел. В новом номере, посвященном десятилетию киновселенной Марвел, Кевин Файги и глава Дисней Боб Айгер поговорили о прошлом и будущем франшизы. Боб Айгер отметил, что в настоящее время студия имеет в своем распоряжении более 7000 персонажей, и ей не терпится рассказать о них истории. Мы ищем миры, которые полностью отделены от уже известных миров как географические, так и по временным рамкам, поведал глава Дисней. На текущий момент у нас имеются 22 фильма, но есть еще примерно 20 будущих лент в обсуждении, которые умышленно отличаются от всего, что мы делали раньше. Подхватил слова Кевин Файги. «Мстители 4 привнесут в супергеройские фильмы то, чего в них никогда не было. Финал. В картине будет два временных периода. Все, что было до Мстителей 4 и все, что будет после. Поверьте мне, мы сделаем все так, чтобы удивить зрителей». Премьера четвертой части Мстителей состоится 2 мая 2019 года. Лента станет заключительной для некоторых главных персонажей киновселенной. А на этой неделе вышел первый официальный трейлер Мстители «Война бесконечности». И он стал самым просматриваемым за всю историю кино. Количество просмотров за первые 24 часа пересекло отметку в 230 миллионов. Студия Marvel уже поспешила поблагодарить фанатов в достижении этой цели. Дэвид Йейтс исключил замену Деппа в роли Гриндевальда. Неделю назад, после того, как появился новый тизер фильма «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда», Твиттер заполонили просьбы фанатов Патрианы о том, чтобы Джонни Деппа, исполняющего роль главного антагониста, заменили в этой роли. Причиной недовольства некогда любимчика публики стал скандальный развод с актрисой Эмбер Хёрд, которая полтора года назад заявила, что Депп неоднократно применял по отношению к ней насилие. Тогда все получилось разрулить мирно и без проблем. Однако сейчас Джонни это аукнулось. Ответа от продюсеров, никак не комментировавших эту ситуацию, ждали несколько дней. Но вместо них на просьбы поклонников ответил режиссер фильма Дэвид Йейтс. «Проблема в том, что сейчас многие жертвы обвиняют людей в различных вещах. И это звучит очень пугающе и убедительно. В случае с Джонни я слышал заявление только от одного человека. Однако я могу обсуждать лишь того Деппа, которого вижу каждый день, который невероятно порядочный и добрый на съемочной площадке. Какие бы обвинения ни поступали в его сторону, я не могу их связать с тем актером, который работает вместе со мной». Премьера «Преступления Гриндевальда» ожидается в ноябре 2018 года. Кинокомпания Disney заработала 5 миллиардов долларов в мировом прокате. Добиться этой цели помог ноябрьский хит «Тор Рагнарёк», уже принесший студии 800 миллионов долларов. Из самых прибыльных проектов стоит отметить «Красавицу-чудовище» – 1 миллиард и 260 миллионов долларов. «Стражи Галактики. Часть 2. 863 миллиона долларов. И «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. 795 миллионов долларов». Ну а последним проектом Disney в 2017 году станет «Звездные войны. Последние джедаи», которому пророчит 1 миллиард долларов за первые две недели показов.
Шоураннеры «Американских богов» Брайан Фуллер и Майкл Грин покинули сериал. Как сообщает Variety, решение было принято после разногласий с продюсером касательно бюджета и творческого видения. Фуллер и Грин, как утверждалось, высказались о необходимости увеличения бюджета. Источники, близкие к производству, заявили, что бюджет каждого эпизода второго сезона должен был составить 10 миллионов долларов. Замена шоураннерам пока не найдена. И переходим к новостям вкратце. Сериалы «Мажор», «Метод» и «Спарта» получат американские ремейки. Как сообщает РНС со ссылкой на слова Александра Цекало, права на «Мажора» уже проданы компании Critical Content, в то время как по «Методу» и «Спарте» переговоры все еще продолжаются. Новая картина российского подразделения Disney заработала в прокате более 1,6 миллиарда рублей, официально побив рекорд фильма Федора Бондарчука. Ну и новость напоследок. Сериал «Очень странные дела» продлен на третий сезон. В настоящее время идет написание сценария. Съемочный процесс возьмет свое начало не раньше весны следующего года. Дорогой зритель, подпишись на мой канал «Просто кино», поставь этому видео лайк и подпишись на мой паблик в Instagram «Просто о кино». Ссылочку ты можешь найти в описании под этим видео. С тобой был на связи Лещенко Глеб, и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока!